Переработкой промышленных отходов Бахат Смаилов занимается 3 года. Шымкентский ученый не только перерабатывает мусор, но и извлекает из отходов ценные элементы. Разработал он и безопасный биологический стимулятор плодородия почвы. Здесь гумата, содержащая удобрение в жидком виде. Оно способствует повышению продуктивности растений, повышает плодородие почвы, способствует ее восстановлению. В результате работы запатентовано как частная интеллектуальная собственность Министерства юстиции Республики Казахстан. Бахат Смаилов – обладатель престижных наград исследовательских конкурсов. Над проектом «Жидкие удобрения» молодой ученый работал около 2 лет. Сейчас он усовершенствует разработку.